Трюки на волнах. Пока в России ходят по осенним лужам, во Франции еще катаются на серфинге. На западном берегу страны прошел этап мирового тура. Там определился чемпион сезона в женском зачете. Это австралийка Тайлер Райли. Кто станет чемпионом у мужчин, решится на последнем этапе. В 2016 году серфинг был включен в программу Олимпиады. Спортсмены будут бороться за золото игр уже в 2020 году в Токио.